Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня я хочу зайти, вернее уже зашла, в такой вот проект. Давно я в такие проекты не заходила, я уже даже не помню, когда последний раз. Наверное, в прошлом году. Это касса взаимопомощи. Что он нам предлагает? Увеличим ваш капитал с 20 до более 10 тысяч рублей. Получайте пожизненный доход быстро, просто и абсолютно безопасно. Вход единоразово 20 рублей. Значит, никаких обязательных приглашений. На проекте формируется единая партнерская структура за счет переливов от системы и ее активных участников. Так, ну, сами тут можно почитать. Значит, ну что здесь? Шаг первый – зарегистрироваться, подари один подарок и получай много денежных подарков. И описание. Значит, что здесь? Всего в проекте 3 тарифа, но вам нужно активировать только один. Последующие тарифы активируются автоматически и без вашего участия. Для того, чтобы начать зарабатывать, пополните баланс на 20 рублей и активируйте тариф номер 1. Активировав единожды тариф, вам больше ничего не нужно предпринимать, никаких дополнительных вложений и активации не требуется. Ну вот тут далее сами как бы, да, можно прочесть, если кто захочет присоединиться. Я думаю, можно здесь подзаработать немного. Значит, и вот тариф номер 1, вход 20 рублей. Вот. Можно посмотреть вот эти тарифы. Я зайду, естественно, на 20 рублей. Я только что зарегистрировалась, пока здесь все прочитала. И вот решила поделиться информацией. Вот. Как бы, ну, регистрация, логин, пароль, email. Я зайду в кабинет, вход по логину и паролю. Так вот у нас кабинет выглядит изнутри. У меня еще все по нулям. Далее что? Ну, давайте я сразу тариф активирую первый. И пройдемся по менюшке. Что у нас здесь? Значит, нажимаем тариф номер 1. Так. Далее. Мой баланс. Так, пополнить. Нет, пополнить. Делаю все при вас в режиме онлайн. Так, 20 рублей. 20. Так, точка. 00. Пополнить. Значит, что у нас здесь? Фрикасса. Угу. Да, ну здесь вот Payer можно выбрать. Так, я с Payer вводим email. Далее перейти к оплате. Так, сразу же, никуда не нажимая, подождем, пока появится такое окошко. Значит, продолжить и перебрасывать уже на платежную систему. Выбираю рубли, подтверждаю и далее по схеме. И меня перебрасывает. Так, перезагружаем. И я попала обратно в кабинет. Мой баланс 20 рублей. Так, я пополнила. Так, далее что нужно сделать? Активировать тариф. Тариф номер 1. Так. Ну все, мой вот нажала тариф номер 1. Вот сначала пополнить баланс. Далее тариф номер 1. Все, у меня вот куратор мой.
появился, и денежка списалась. Так, все. Так, это дополнительное меню. Так, что тут делать? Описание тарифов, чат поддержки, наш форум. И давайте по шапке пройдемся. Значит, ну это наш аккаунт. Далее, редактировать профиль. Значит, фамилия, имя, отчество. Вот это не имеет значения. Включить Балби, выключить Балби, это все. На это внимание не обращайте. Значит, ну здесь изменить пароль. Кто хочет, можно поставить аватарку. И свои контакты можно тоже оставить в соцсетях. Реферальные ссылочки. Значит, наша партнерская ссылка. Далее промо-материалы. Реферальное дерево. Доход от тарифа. Тариф номер один. И здесь можно делать реинвесты. Так, список приглашенных. История операций. Вот история операций. Здесь как распределяются денежки. Вот. Здесь вывод. Так, здесь что? Выберите платежную систему для вывода. Яндекс, Киви, вот это платежная, Payeer, Advanced Cash. Ну вот, выбираем. Так, давайте посмотрим Payeer. Так, комиссия 4,5%, минимальная сумма на вывод 10 рублей. И заполнять тут пример. Payeer, сумма, нажимаем вывести. И вопросы-ответы. Вот такой вот проект. Кому интересно, присоединяемся. Ну, неинтересно, проходим мимо. На этом буду заканчивать. Продолжение, я думаю, будет следовать по этому проекту. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!